Здорово, друзья! Сегодня на обзоре у меня интересный и масштабный проект под названием KAIF Platform, который скоро проведет IDO и листинг нативного токена, а также прямо сейчас проводит розыгрыш токенов на $5000 за выполнение простых действий. Но прежде чем говорить о токене и распродажах, давайте сначала пройдемся по основным моментам самого проекта, чтобы понять, в чем же заключается его перспектива. Так что присаживайтесь поудобнее и погнали! KAIF Platform – это многофункциональное приложение для сферы Decentralized Society, в основе которой лежит искусственный интеллект. По факту KAIF Platform будет представлять собой масштабную экосистему, состоящую из множества продуктов, объединенных в рамки единого мобильного приложения. Приложение, кстати, сейчас уже запущено, и это уже полностью рабочая версия. Его можно скачать из App Store и Play Market, и в нем уже даже есть первые три продукта от KAIF Platform – Digital Twin, Digital Passport и Миссии. Digital Twin – это ваш личный виртуальный ассистент, работающий на базе искусственного интеллекта. Он имеет уникальный внешний вид, созданный на основе вашего аватара. Данного ассистента можно использовать для решения множества повседневных задач, в том числе и бизнес-вопросов. То есть эдакий личный помощник, которому вы можете делегировать рутину, чтобы сконцентрироваться на более важных вещах. Второй продукт от KAIF Platform – это Digital Passport. Digital Passport или цифровые паспорта выполнены в виде SBT токенов, то есть Soul Bond'ов. Это своего рода следующее поколение NFT, основная фишка которых в том, что их нельзя продавать или передавать на другой кошелек. Каждый SBT токен после чеканки строго закреплен за вашим кошельком, а значит, его можно использовать как сертификат для фиксации ваших личных достижений. Конкретно Digital Passport от KAIF Platform можно будет использовать для доступа к различным Web3 приложениям. Например, получать аллокации на сейлах, попадать на закрытые ивенты и так далее. Третий из доступных сейчас продуктов KAIF Platform – их площадка по выполнению заданий. Ее принцип работы знаком многим криптонам. Все же мы хоть раз работали с Crew3, Glem и многими другими подобными сервисами. У KAIF Platform примерно так же. Компании размещают различные задания, за выполнение которых пользователи могут получать награды. Только KAIF Platform отличается большим размахом. Ведь среди партнеров данного проекта уже сейчас есть такие гиганты, как AliExpress, McDonald's, футбольный клуб Бавария, Бундеслига и еще более 40 известных брендов. А значит, в KAIF Platform можно будет получать награды за выполнение миссий от действительно крутых проектов, а не просто от всяких ноунеймов. И это, повторюсь, только три первых продукта от KAIF Platform. В будущем же экосистеме KAIF Platform будет иметься куда больше различных продуктов. Образовательная платформа, краундфандинг, маркетплейс и много чего еще. И разумеется, что все эти продукты будут привлекать пользователей, которые будут создавать спрос на внутренние токены проекта. А значит, эти токены являются довольно перспективным инвестиционным активом. А для нас это вдвойне интересно, так как токен еще не запущен и не торгуется на биржах. А вот как его можно получить, я расскажу далее. Называется токен KAIF. Отчеканены они будут на BNB Smart Chain. В экосистеме KAIF Platform они будут выполнять множество различных функций. Ими можно будет получать награды за выполнение заданий, использовать в различных активностях, открывать доступ к премиум функциям, прокачивать Digital Passport и так далее. При этом эмиссия токенов KAIF является ограниченной. Всего будет отчеканено 90 миллионов токенов. Распределены они будут на развитие экосистемы, команду, советников, награды стейкерам, ликвидность, маркетинг и 4 раунда распродаж. И вот мы и подошли к теме сейлов. У KAIF Platform пройдет IDO распродажа сразу на трех популярных лаунчпадах – VPAD, Pulse и Engine Starter. После окончания IDO у KAIF Platform должен будет произойти листинг. Причем проходить он будет сразу на централизованных платформах. Но и отличная новость, первая биржа уже объявлена командой KAIF. И это будет глобальная централизованная биржа MEXT, о которой, я думаю, вы уже слышали.
Но самое главное, что это не просто листинг токена, это новое тесное партнерство. И теперь для участников сообщества будут доступны миссии от MEXT приложения, специальная тема и поддержка со стороны представителей биржи. Начальная же капитализация токенов CAF составляет примерно 900 тысяч долларов. Ну а если у вас не получилось поучаствовать в IDO, то токены CAF можно получить и за участие в розыгрыше, в котором общий призовой фонд составляет 5000 долларов, и он будет распределен между 100 участниками. То есть каждый из них сможет получить по 50 долларов токенами CAF. И если учесть, что токен вполне может иксануть при листинге, то награда выходит довольно солидной. Ну а действия для получения здесь максимально простые. Розыгрыш проходит в телеграм-боте Кайф. Чтобы начать участие, нужно будет запустить бота, пройти капчу и выполнять его задания. Подписаться на социальные сети Кайф Платформ и приглашать рефералов. Топ-15 самых активных участников получат гарантированные награды по 50 долларов токенами CAF. Остальные 85 призов будут распределены случайным образом среди всех участников. Так что если вы даже просто подключитесь к боту и выполните парочку простых заданий, то у вас все равно будет отличный шанс на получение приза. Продлится данный розыгрыш вплоть до листинга токенов CAF. Свою же реферальную ссылку на бота с розыгрышем я оставлю в описании под этим видео. Там же будет и ссылка на сайт Кайф Платформ. Для более детального изучения проекта и ссылки на их социальные сети, где можно отслеживать все новости проекта. Подписчиков, кстати, у Кайф Платформ имеется более 600 тысяч, из которых почти 100 тысяч скачали приложение Кайф. Однако учитывайте, что мое видео – это не призыв к инвестициям. Мне проект кажется перспективным, но вы все равно должны проводить собственное исследование, если захотите инвестировать в него. Ведь любые вложения в крипту – это всегда большой риск. Подписывайтесь на канал, напишите в комментариях, как вы сейчас зарабатываете на криптовалюте. Будет интересно почитать. Покедова!